Я все-таки вот, исполняю там пару песен теперь вот, в финале, да. Собственно, 45 лет, да, где-то, да, 45 даже. Я хожу на слёты, КСП, потому что КСП — это КСП, это все, это то общество, которое вообще, я думаю, что если все получилось, вот оно тогда, в 70-е, 80-е, был прообразом вообще-то российского общества в целом. Потому что ведь от диссидентов до коммунистов все были песни связаны. И не ругались. И не ругались при этом. Понимаете? Не ругались и не дрались. Вот. То есть свобода мнения, свобода мысли, вот она там. А не то, когда одни начинают там оскорблять других за непонимание, казалось бы. Вот. Это две песенки связанные, да? Потому что на самом деле хотя бы вот наше поколение, чуть младше, все еще живы, значит, еще все живо и все возможно. Но песенка это вот памяти друзей, но она не трагическая. Мчится так, что не угнаться. Что же делать, кланяться годами? Даже Пушкин был бы на Сенатской, потому что все друзья были там. Потому что все друзья были там. Ни вокзалы, ни аэродромы не помогут оказаться нам. В прошлом веке перед Белым домом, даже если все друзья были там, даже если все друзья были там, остается помнить день вчерашний. Жизнь бежит, смерть ходит по пятам, но поверьте, умирать не страшно, потому что все друзья мои там. Потому что все друзья мои там. Вот опять стою на том же месте, день за днем, пока не вышел весь. Все сильней люблю я эти песни, потому что все друзья мои здесь. Потому что все друзья мои здесь.